Голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию России проходило на избирательных участках округа номер 6 без нарушений. Об этом телеканалу НТС сообщил депутат законодательного собрания Сергей Колубин, оценивая ход голосования на своем мажоритарном округе. Напомним, в 6-й округ входит часть Ленинского района, улица Хрусталева и проспект генерала Острякова. На мой взгляд, все поправки важны. И те, которые касаются гарантированной защиты института семьи, и те, которые определяют, что дети – приоритет для государства, и социально направленные поправки, то есть это и гарантия индексации пенсий, это гарантия того, что заработная плата минимальная не может быть ниже прожиточного минимума. И, конечно, поправки, гарантирующие территориальную целостность нашего государства, поправки, которые защищают наши традиции, память о нашем героическом прошлом. Все поправки, на мой взгляд, очень важны и очень своевременны.